Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Звук голоса громкий. Звук идет из области грудной клетки. Звук голоса объемный. Я стараюсь говорить громко. Звук голоса идет из грудной клетки. А. Б. В. Г. Д. Е. Над. Полон. Под. Водой. На. Столе. Перед лицом. Ох. И. Прикольно. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Ж. З. И. К. Л. М. Н. Фразы произносим короткие. Три. Пять. Слов. Не. Более. Я чувствую клубление. Таким образом, в конце фразы у вас будет более четкая, более завершенная фиксация. Например, сквозь тело идет поток. Как пример проговорю описание того, что я сейчас ощущаю. Я чувствую вертикальный поток. Он синего цвета. Поток пронизывает тело и выходит за его пределы.
исследуйте, экспериментируйте. Учитесь совмещать фиксацию в речи с субстанционными движениями.